Ну, дорогие гости. Ну все, все, все. Пошите, там у меня. Спаси Христос. Да. Все, 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 все. Ну, как? Там где? Кто третий? Не выжили с территории. Нет. Так, где третий-то? Третий сидит в машине. Давай, открывай, все, я приготовил тут. Замок в стороне просто так отвязывай. И туда прогонишь, и задом туда развернешься. Хорошо. К Надежде Васильевне туда. Так, развязывай. Посмотри, где. Вот так. Как хорошо быть среди своих. Все как надо. Как я вас люблю, христиане. Все, сейчас будем. Так. Тяни. А туда обратно, тащи ее. Пальцы только не это. Маленькая, шевели. Подождите. А она привязана? Привязана. Ну да, ну, отвязать можно. Отвязывай. А я отвяжу. Иначе ветром вышибают. Все. Да. О. Давай. Давай. Вот она, приехала. Проезжай, нам закрывать надо. Ой, мне сказали выйти. Добрый день. Здравствуйте. Так, все. Пускай едет. Все, проходите туда. Спасибо, Господи. Слава Христу. Так, держи туда, туда надо, чтобы они вот туда провалились. Вот так. А теперь вот это вот надо продернуть. А держи воротину-то. Давайте помогу. Ага. Держу. Вот, теперь давай вот эту. Протягивай ровно. Наполовину туда просуньте, а потом я приду, привяжу. Дальше. Да мы вот, все. И привяжем. Все, давай. Вот эту можешь за нее вот так привязать. Вот здесь вот. А я приду тут, замок повешаю тогда. На бантик. Все, все, то вот, ну, только надо привязать. Ага, так, чтобы тут по пузыря не было. Во-во-во. И вот петельку. Так. Чтобы она не выпала. Ага. А потом там у нас есть это колечко оттуда. Иди с той стороны, просунь его. Вот цепочки вот сюда. Вон вверху, открывай. Света. Во-во. А да, она сейчас возьмет сейчас сюда, просунет, и тогда. Просовывай. Куда тянешь? Надо захватить, чтобы она сюда шла. Две воротины вместе-то. Так, и куда? Ну, теперь все, держи. Теперь, все. Ага. Теперь замок вот этим открой его. Угу. Отпусти его, она никуда уже не денется. Так, посмотри как. Не ломай только аккуратно. Не-не-не. Находи. Ой. Да вон она где, другое место. Вот. Во. Так, это сильно не дай. Вот так. А теперь два колечка. Вот сюда, все поняла. Все. Соединить. Все, сцепляй. Не урони только. Нет. Вот так. Опять закроете, и на этом все закончилось. Подожди, это не пойдет так. А как? Мы сейчас здесь сделаем по-другому. Видишь, здесь замок. А-а-а. Вот она не идет, это означает не той стороной. Вот она теперь есть. Теперь где она поворачивается? Видишь, пошла? Угу. Вон она где. Теперь палку вот эту вот сюда просунь. Туда не надо. Сверху вот с этого, чтобы она давила ее. Отпусти. Вот. Понимаешь как? Теперь привязывать надо все. Угу. С этой стороны. И там закрыто. Все как Тихонович, надо. Тихонович, а что-то у меня это не входит. Вначале как входит. Надавить не надо было сначала. Я надавила. Но, вот. Нет, не додавила. Значит, ну где-то повернуть надо не ту сторону или что-то, посмотреть. Знаешь? Вот. Вот это отпустите сначала, надо ее. Давайте камеру. Вон, включу. Посмотрите, вон. Видите, то, загляните. Видите, торчат-то. Поверните, чтобы они ушли в сторону. Вот, все. Теперь толкай. Только чтобы она прошла там. Я все поняла. Только тут не проходит. Ну, готовый замок уже сделанный. Ой, бог ты мой. Посмотрите там, поверните. Ключ до конца не дай. Там, подождите, там видно, вон они торчат. Она как пойдет-то там? Там же видно, что она не ушла. Так, видите там? Вижу. Подворачивай туда, ключ туда-сюда, ключ, туда, вот сюда, ключ до конца протолкните. Вот, туда-сюда, туда-сюда. Так, так, ушла? Нет. Ну, не может быть, подождите. Вот, посмотрите. Вы вот так, ну, теперь поворачивайте где? Посмотрите туда, где. Подворачивайте. И он уйдет куда? Уйдет она в сторонку-то? Еще? Ну-ну. Вот и дальше не идет. Не уходит, теперь назад. Где-то назад. Она должна уйти. Вот
Еще, да? Еще, в одну сторону крутите, чтобы она ушла. Все, кручу, не уходит. Нет, ну что, трудно разве это? Стопор. Ну вот она не пойдет когда. Во. Вот теперь пошла. Все. Теперь толкай туда и подожди. До конца. Ого. Нажми. А второе колечко я. Так, помоги, а вот, она не сделает. Нет. Только не ломайте ключ. Вот так. Вот Галина Алексеевна Влеська. Вот видишь, как машинку убрала, спрятала тут как надо. Ну, вот так. Привезли хорошую погоду. А? Началось лето. Пошли. Сегодня 1 июня. Да. С Днем защитника детей. Слава Христу. О, как она у тебя отлично стоит здесь. Надежда Васильевна-то еще позвонила ей? Нет. Не могут один замок закрыть. Вдвоем не надо. Я же показал там тогда, который внутри цепляет ее. Завести. Так. Как голуби. Новые. Надежда Васильевна, теперь звони. Голуби новые прижились? Пустили они? Да нет, они у меня закрытые там. А-а-а. Надежда Васильевна. Где она? Эти крестьяне женского пола. Все она там. О-о-о-о. Вот это встреча. Вот за рулем сидит Леська сама. 42, это Новокузнецкий. Так, Галина Алексеевна, можешь взять ее с собой завтра? А так, сколько можешь у меня мешков взять? Мои. Ну, с крупой, там, с мукой. Мои вещи. Меня, я не могу взять на своей машине, которая... Надя, у меня вещей много. Смотря какая дорога там. Вот за нами поедете только. Если дорога нормальная... Ну, нормальная там нету, размокшая. Размокшая? На размокшая там от корчины придется... О, какая вещь! Вот. Все, давайте. Слава Богу. Проходите. Спасибо, Господи. Давай, все, корми. Завтра будем разговаривать. Завтра покажем, что он может сделать. У нее мелочь такая, только объемная. Но... А у вас машина какая будет? Да какая-то такая тоже. Ну, завтра определимся. Да. Кому потяжелее, кому полегче. Все, посмотрим, все, заходите в избу, все. Заходите.